В розыгрыше первенства высшей хоккейной лиги завтра стартует третий тур. Игру против команды «Южный Урал» из города Орска Оренбургской области наши богатыри проведут на выезде. Накануне отъезда на тренировки муниципальной дружины побывал Вячеслав Ильин. Работа над ошибками после поражения в первом туре от ростовских «Кондоров» повлекла за собой изменения и в составе столичных богатырей. Команду покинули вратарь Александр Мулин, защитник Александр Беркутов и нападающий Максим Попов. Замена нашлась быстро. К радости болельщиков, под знамена ХК «Чебоксары» вновь был призван голкипер Денис Матошин. На старте сезона он пробовался в команде «Лигой выше», но, увы, все вакантные места оказались заняты. Так что приглашение вновь надеть свитер богатырей пришлось кстати. Что же касается поражений нашей дружины, то воротчик списывает все лишь на предстартовый мандраж. Первые игры волнительные, я думаю, все наладится постепенно. В том сезоне тоже сезон как бы начали не очень. Я тоже наблюдал за командой. Я думаю, что со временем все наладится. Усилилась и линия атаки. Тренерский штаб пригласил Антона Тихомирова. Центральный нападающий богатырей выполнил главную тренерскую установку на лето – похудеть. Он скинул 15 килограммов. Это позволило ему вернуть скорость и маневренность. Наставники надеются, это поможет улучшить статистические показатели прошлого сезона. Напомню, нападающий, проведя 51 игру, получил свой актив 26 очков по системе гол плюс пас. Линию нападения в матче против южноуральцев дополнит Егор Парфенов. Начинал я в Нижнетагильском «Спутнике», потом переехал в Питер. Тогда еще «Динамо» не было, был форвард. Вот я по школе поиграл в форварде. И уже когда создали старшую команду МХЛ там в «Динамо», и я перешел в нее, также отыграл 4 года в «Динамо» там в МХЛ и перешел в ВХЛ. А там уже получил травму, вот год не играл, тренировал детей, сейчас вот опять вернулся. Помимо игр в Орске, в выездной сессии столичных богатырей значится визит в Курган. Местный юниор в турнирной таблице «Перинца» пока занимает 5-ю строчку, но наставник чебоксарцев уверен, его дружина поправит свои дела. Сезон-то длинный, все покажет. В конце посмотрим, кто на каком месте будет. Тут, наоборот, нам надо обозлиться и доказывать. На льду Чебоксары-арены наших мастеров «Клюшки» и «Шайбы» мы увидим в 5-м туре, матчи которого пройдут 5-6 октября. Вячеслав Ильин, «Вести Чувашия».